В станице Северской состоялась церемония вручения ключей от квартир детям, находящимся под особой заботой государства. Собственное жилье 16 сентября получили 5 юношей и девушек. Дорогие друзья, сегодня вы получаете хороший старт в новую жизнь. Вы молоды, впереди множество событий и свершений, ярких и насыщенных дней. Уверен, что новое жилье станет для вас долгожданным домом и поможет вам добиться поставленных целей и реализовать себя. Пусть это будет началом вот вашей такой взрослой жизни, и с каждым годом пусть появится у вас возможность и дальше развивать эти квадратные метры уже самостоятельно. В торжественной обстановке новоселам были вручены ключи от их долгожданных квартир, памятные подарки и была перерезана лента. Квартиры выделены в рамках реализации краевой программы «Дети Кубани». Здесь есть все для комфортной жизни. Проведены коммуникации, сделан полноценный ремонт. Рядом с домом есть детская площадка, что немаловажно для молодых семей. Я благодарна, что вручили ключи от нашей первой квартиры. Мы ее очень сильно долго ждали. Ну, уже за это время у меня появилось трое деток. Это наше первое жилье, первая мебель. В Северском районе в этом году это уже не первое подобное мероприятие. Квартиры дети, оставшиеся без попечения родителей, получают постоянно. Совсем недавно в поселке Афипский несколько человек также стали счастливыми обладателями собственного жилья.